Всем привет! Вы снова на канале Любопытный Мишка, и мы из поселка Качкор. Качкор, да. Сегодня нашими гидами станут Айвике и Айлес. Вот, такие два потрясающие гида. Сегодня заяц осталось поработать, с Матильда отдыхает, а мы прогуляемся. И по названию, кстати. Мы встречали на картах, есть название Качкор, есть Качкорка и есть Качкорота. Качкорота. Да, да. Все вот так вот, и хоть как хочешь, так и называй, да? Mm-hmm. Качкорка тоже пойдет? Я просто чаще почему-то называю Качкорку, именно на некоторых картах так написано. Давайте мы пойдем в парк Орманхан. Орманхан? Да, это, как сказать... Наши предки, наша дедушка, можно так сказать, у него это было праздник, и открыли этот парк Орманхан. Жди видео, дедушка. Тату-салон. Без боли, приходите. Без боли, да. Один штук, это 10 рублей. Витеватыми улочками подходим в школе. Прикольно, эти, конечно, у вас заборы. Это здесь очень много деревьев было. И говорят, что это земля Алекмыта. Кого? Алекмыта. Это кто? Района. А, района. Да. Ну, это хорошо, что он так делает. Убирает деревья и здесь дорогу. Будет новая дорога. Да. Видите, это здесь все. Ну, такое, да. Ну, да. Что, и школа. А, парник. Ничего себе. Да, для школьников? Да. Ну, потому что мы знаете, когда они вырастут, мы можем туда зайти просто и взять. О, ничего себе, какие корейцы. А я так посмотрел вообще, в принципе, вот по территории, что здесь корейцы очень сильно вкладываются. Кто парк строит, кто еще что-то. Я думаю, что им как сам понравится. Да, ну, кому ж не понравится. Мы хвастаемся своими горами. Так. Ну, такая же, но у них там, ну, в принципе, в Корее она такая плотная же. У них не так много природы осталось. Да, им только... А им приезжают, наверное, ничего себе тут раздоли. Да, раздоли. А у нас настоящая природа, везде зеленые цветы. Да. Это хорошо, где природа, дышать хорошо. А знаете, почему здесь черные? Почему? Потому что в пятом был классе, они вот... Взяли вот здесь и вот так порвали. Переделывали. Понятно. Нагло порвали и ушли, убежали. Ну такое бывает. Сколько и у вас там цветов? Вы говорили, там есть статуэтки. Да. Есть там у них. А, у них, да? Да. Видите, человек сажает уже. Да, я вижу. Что-то уже посадили. Да. Но, к сожалению, у нас в школе такого нет. А как вы вообще состыковались, если вы в разных школах? Вы вместе учились до этого? Нет. Ну, когда мы станем пятым классом, она ко мне придет. А-а. Тогда я приеду. Да? Да. А-а. А так просто будет. Потому что соседки, да? Она утром на 8. А, ты вечерняя смена? Да, это 12:30 пойду в школу. Ну, там невозможно зайти. Здесь не пройдешь, да? Понятно. О, колонка работает? Что? Колонка работает? Не знаю. Попробуем? Давайте попробуем. У нас тоже дома есть. Они не работают. Так, рядом со школой находится памятник. Бадалиев Сарылбек Салтыкулов. Да, вот что написано на памятнике? Можно я в магазин пойду себе суп тоже? Можно, да. А ты мне тогда переведи, что написано на памятнике. Вот это вот. Текст. Я вам приобрю. Бардалиев Зарубек Сасукулович. Да. В 1962 году он родился. Да, это понятно. И в 1982 году умер. Да. Умер. Стал солдатом. В Афганистане воевал. Нет, я не могу перевести. Нет, вот он... Учат? 20 лет он был, да, солдатом. Умер. И умер, погиб. Ага. Он пожертвовал свою жизнь за родину. Ну да, вот я вижу, что афганец получается. Понятно. Батыр. Вот парк, да, мы пришли. Видите, много цветов. О, сколько дуванчиков. А их, кстати, даже собирают. Вот
потом едят, да? Или что делают? Едят от, от кашля эти цветочки собирают. Ну, однажды таблетка, мама... Таблетка, можно да? сказать. Однажды мама сказала нам это собрать только головки. Остальное не надо. Ну да, ну головки, да. Сами цветочки. Да. А потом из него сделала, что-то сделал, да? Мед. Одуванчиковый мед. Одуванчиковое варенье. Давайте мы сделаем пикник небольшой. Такой. Пикник? Да. Что давайте там? Сделаем пикник. Как? Как? Осталось придумать как. Мы что-нибудь купим, у нас же деньги есть. У нас тоже деньги. Прям любители пикников, да? Ну очень любим. Каждый день захочет. Вот. Я вот эта площадка, вон, видите, ага. Зеленые. Это туда заходит поле. Футбольное поле. А. У нас тоже в школе есть футбольное поле. Новый только открылся, недавно открылся. Вроде один месяц, два месяца. А. Ну, здорово. Я очень люблю это рисовать. У меня есть много рисунков. Потом да? Показать вам? Потом, конечно. Будет. Да, хорошо? Обязательно. Я люблю. Короткая ножка. Как там цветочки поживают? Красиво. О, да вообще шикарно. Смотрите, вот, видите, еще же был памятник какой-то. Да. А, это тоже, кстати... Там тоже есть памятники. Афганским воинам, видимо, был да, переделан. Да. А вы знаете о Курманджандатка? Нет, помедленнее. А Курманджан? Курманджандатка. Ага, это кто? А, это... Курманджандатка, да, я да, просто по-другому. Женщина. Да, которая воевала с да. царскими войсками. Я его нарисовала. Да? Да. О, интересно посмотреть. Да, она там была, типа, такая старенькая. Я его нарисовала очень молода. Папе очень понравился, но папа сказал, у тебя есть один. Она такая молодая стала. О, вон, я там хожу в бокс. А, там? На да, бокс? Показать? Да, здесь покажи. Крыша, видите? А, это клуб. Нет, это клуб. Караоке. Караоке? Да. Что за караоке? Прям караоке петь? Да, петь. Серьезно? Типа дискотека. Да? Я хотела же тут в футбол играть. А иногда не здесь, а в Оше. А, да? Туда прям ездить? Да, ходит. Да. Лена, открыто. Я вроде бы неделю не ходила в бокс. Если меня Ага увидит... Сейчас мы найдем тебе какого-нибудь соперника. Сейчас и покажешь давайте мастерство. Понедельник. Зайдем, может? Зал бокса. Дар правительства Швейцарии. Ну а что нельзя посмотреть-то? Наверное. Давай, покажи класс. Здорово. В общем, такой зал бокса. Тренировки каждый день. Непросто. Да там никого не было, чего ты там боялась? Это я знаю. Ну тренера же нет. А теперь тренер все равно узнает, что ты была. Нет, я не знаю. Конечно, он видео посмотрит. Нет. 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 А ты ему скинь. Нет, я не скину ему. Ладно, так, продолжаем. Что у нас тут еще? Это здесь парк. А, еще аллея. Нет, а вообще работаете? Да, работаю. Да? А этот, мне казалось, ну, по идее, как туристу, mm-hmm. что должен быть еще лучный тир. Кыргыз же славится стрельбой из лука. Да. И должен быть не обычный тир, а лучный. Не знаю, это в Хачхоре нету. Ну, нет, может, да? Может, это полазить будет. Ну, Хачхоре нету. Хачхор такой маленький, городок такой. Вот маленький, прибедняйтесь. Вы тут маленьких поселков не видели. Маленький, но такой красивый, да? Да. Вон там тоже есть статуэтки. Если дождь пойдет, как мы домой вернемся? Да не пойдет дождь. Дождь будет чуть позже. Может быть, там заванта. Нам здесь идти 5 минут. Кинотеатр Чолпан. А, вот здесь тоже. Вот, видите? Да. Ой, сколько памятников, да? Давайте мне расскажете про этих деятелей искусства. Мне очень... А что за фуя? По очереди. Я теперь должна это принести к себе туристов. Да. В общем, здесь около кинотеатра довольно много памятников, но мы не разобрались, кто их сказал. Я вам тогда расскажу из того, что у меня есть, потому что я подготовился. Из деятелей... Именно Качкора. Знаете, кто есть? Саралав, который Саралаев Урмат? Это вам. Это знаешь, это кто? Это посол Кыргызской Республики.
жил здесь какое-то время. И Сагымбай... Такой улица есть. Туда да? пойдем, хорошо? Улица есть такая? Да, да. Потом ну, здесь погуляем, что-нибудь. Мы же хотели сделать пикник. Вот да. У нас есть такой маленький музейчик. Вот это музей? Это там не музей. А где-то да, где-то я видел, музей еще должен там, быть. Вот. Там, такой да? Такой маленький такой. Однажды мы с моим братишком, братиком маленьким, но после школы туда ходили, вот так открыли, смотрим, там кабан стоит, я его с угла же закричал. Чучело? Что? Чучело кабана? А это что? По газонам шагает. Да, вот музей. Да, это музей. Здравствуйте, сирени. Что там? Сирени взять. А, здравствуйте. Эй, куда там голубать-то? Это белый, а это... Приветствую. Фиолетовый. Ладно. А, ломать хотел. Ну ладно, да. Так, понюхай и ладно. Смотреть, но не трогать. Так, а сегодня музей не работает, да, сегодня? Завтра. А завтра только. Ясно, ладно. Декоративно-прикладное искусство. Может быть, у нас подходит от Альпики немножко? Жить? Видите, это белый сирень, а это фиолетовый. Да. Все-таки удрала, да? Ну, если там открыто, можно было заходить. Там не надо ничего оплатить. Ну, захочешь так. Просто берешь книжку и все? Да, читаешь там, только надо не шуметь. А, ну сам, тишина должна быть в библиотеке. А, вот. А, у вас туалет отдельно от школы, да? Да, у нас тоже. Ну, то есть надо выйти, сходить и вернуться. У нас тоже такой. Да? Проходи, проходи, крути. На фоне родимой школы. Мы на две группы. И также много цветов, да? Тоже говорят, приносите цветы. Да. Учительница нас ругает, чтобы бедный класс. Что цветов мало? Эх, мои бомжи. Что цветочков мало? Да, кошка Ленинсдер, да, ну, я знаю. Добро пожаловать. О, у вас еще и внутренний дворик. У нас вот такая школа же. У вас другая весь школа, класс? Да, получается? Ну, конструкция. Такого дворика нет. Весь класс, ага. Весь 6, 10, 11, все же мы набрали большой балл. Мы хорошо учимся. А это как школа? Пойдемте следим. Да не, наверное, закрыто. Закрыто. Ну как же закрыто? Чтобы все ходили туда-сюда. Понятно. Ну ладно. Здесь вы, в общем, отдыхаете. Давайте я там покажу. Там, видите, там о, нарисовано стильное облако. Давайте оттуда. Да. Если пожалуйста. Дочка была. И его дочку туда она заперла. В рану, в самую вышину. И к нему принесли фрукты. А там был паук. И его укусила, он же ядовитый, ага. И потом она умерла. А, и все. Ну, все. Вот и конец. Какой счастливый конец. Не знаю, я только короткий, но видела однажды. Ну, а чем-то хорошим. Может, конец, так ты слушал, может, ее потом этот хан поцеловал, и она очнулась? Очнулась. Мастерская. А, вроде, вот это втором этаже, моя сестра учится, не знаю, видно каком. Ага. Ну, знаю. Дед втором этаже, в таком этаже учится, да? Вот так. Ему было лень, чтобы это, выйти из класса и туда в воду вылить, да, так грязную, и принести, поставить. Ему было лень из окна. Из окна. Романтика. Знаете, наши учителя? Гимназия. Вроде в Хачхоре 2 или 3. Республики. Только мы гимназия. Нинакан Жундумбаевой. Нинакан Жундумбаева. Это кто? Это женщина. Женщина. Вон там подкрепство. И еще памятная табличка. Вот Бакалаев. Бекбалаев. Башка чоғылышып күрт болды. Тотуз келген чороғы. Жақасы алтын жеңейдет. Тон ги гизди, тон манас, все. А, прикольно. И вот так вот это продолжается, да? Да, продолжается. Ну, это... Большой рассказ получается. Чувак, ага. Без ничего никто. Он потерял... Мы вот так без сидели. Без лошади. И когда...
Мы вот так сидишь вот так, разминка голова. Ага. Вот так сидишь и говоришь. И читаешь, да? Да. И вот так делаешь глазами. Закроешь и говоришь, мама. Это вот. Говорили тоже и вот так делали. Это к вопросу о том, что такое манас и как он читается. Мы периодически просто упоминаем в роликах, что вот был манас, ну как герой, плюс вот это вот эпическое чтение манаса. А так вот не встречали, чтобы кто-то его читал. Вот, так что вы первые. Спасибо. Так, затарились кашинами по 60 сом. И теперь что? Пикник! Не в центр, мы уже все, мы уже к дому. Какой центр? Ну ладно, давайте где пикник по дороге сидим, пусть. Продают людям. Дают. Кафе Азем. Да. И твоя сестра работает там кем? Ассистентом, да? Нет, ассистентом. А, не поваром, да? Ясно. Финка банк, Аил банк какой-то. Здесь центр с кучей магазинчиками. Еще покажем магазин. Еще покажем магазин. Хорошо. Так, так, стойте, стойте. Пешеходный переход. Нам переходить? Нет, давайте там. Не, нам здесь переходить, стой. Ладно. Все, пошли. Раз, раз. А сейчас направляемся в парк Армонхана. Я тогда хотела в танце. Так, это как творческая студия. Здесь и на музыкальных инструментах занимаются, и танцами занимаются. Вот, еще какой-то памятник, смотри, прошли. А ты говоришь, ходили. Не ходили мы тут. О, еще один какой большой памятник. Бабуля защищает природу. Ну да, ну да, что-то в этом духе. Но это... Ну видишь, это получается посвященное, может, даже Второй мировой, ордена висят. Да? Товарищ Ленин. Какой золотой? Ага. Там поле. А, там стадион тоже? А, на том поле. Понятно. Новенький парк. Армонхан. Армонхан, ура! Мечта сбылась, да? А давно его построили? Что вы ни разу не были? Я была здесь. Да? А, ну как раз, когда манас читали. Еще давно. А, еще до этого. Где качели? А, классно здесь. Смотрите, как здесь зелено. Тут еще вон туда нужно. Вот качели сейчас. Они сзади. Интересно. Какая-то лазилка. Все качели где? Такая качалка была, а может и нет, да? Давай уж, не поломайся. Может, не стоит? Стоит, стоит. Тебе один раз. Я застряла. Вот такая получилась прогулка. Классно. Классно.